В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который предусматривает смягчение ответственности автомобилистов за выезд на встречную полосу. Для впервые нарушивших депутаты предлагают ограничиться лишь штрафом в 5000 рублей. Кстати, подобные нарушения правил дорожного движения в крае происходят регулярно. Как показывает статистика, из-за выездов на встречку, по данным ГИБДД края, за минувшие 5 месяцев на дорогах погибло 26 человек. Более 200 получили серьезные травмы. Для предупреждения нарушений краевое управление ГИБДД регулярно организует профилактические рейды. В этот раз в Первомайском районе. Участок федеральной трассы Р-256 оборудован дорожным знаком, запрещающим обгон. Однако не все водители соблюдают правила. Знак, к сожалению, не увидел, что стоит ограничение по времени, и совершил нарушение. И все же главная задача, по мнению автоинспекторов, донести до автомобилистов важность взаимоуважения и соблюдения правил при обгоне. Это грубейшее нарушение, обгон, связанный с выездом на полосу встречного движения, ответственность которой предусмотрена либо лишение права управления от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей. Но еще раз хотел бы повторить, что данное мероприятие, оно прежде всего направлено именно на дисциплину участников дорожного движения, на профилактику ДТП.